Стадион Малинов в Вулверхэмптоне приветствует вас. Все здесь готово для матча. И всего несколько минут остается подождать до стартового свистка. Для вас сегодня будут работать Георгий Черданцев и Константин Генич. В прямом эфире мы сегодня смотрим одну из интереснейших лиг мира, английскую премьер-лигу. Вулверхэмптон играет против Лидс Юнайтед. Всегда приятно работать в атмосфере полного стадиона. Болельщики создают настроение игре, и у меня есть подозрение, что она получится что надо. Вот в таком составе сегодня Вулверхэмптон будет начинать игру. Конор Коуди в защите сыграет с Роменом Саисом. Леандер Денбонкер с первых минут играет с Жоао Маутиньо в центре полузащиты. И в нападении с первых минут играет Рауль Хименес. Мы видим состав команды гостей. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Команды начинают эту игру. Поехали. Уверенно они в атаку идут. Здорово отдает на ход. Счет открыт. Быстрый гол смогли забить. О лучшем начале, наверное, и мечтать не могли. А вот сопернику теперь действительно будет очень тяжело вернуться в игру. Как здорово он пас отдал. Очень уверенно это сделал. И удар хорош. Сильно низом, без шансов для вратаря. Доволен тренер игрой своей команды. Теперь они выигрывают. 1-0 в нашей игре. Джек Харрисон. Родриго. Жестко он в отборе играет. Сравнивать нужно! На месте голкипер. Как же здорово сыграл вратарь в последнем моменте. Один из ярчайших моментов в этом матче. Атака ушла на фланг. Там достаточно места. Маутиньо.